Привет всем, это B-Boy Open Space, команда UFO Techniques в проекте Break Advice. Я расскажу вам о своем движении под названием «Летающий футворк». Начнем. Окей, сначала посмотрим, как же выглядит летающий футворк. Значит, летающий футворк представляет из себя комбинацию элемента Swipes и Turtle, да, черепахи. То есть в один момент мы делаем замах назад, Turtle, снова переходим на ту же руку и выходим в позицию Swipes. Отсюда я перемахиваю правой рукой и отправляю правую ногу внутрь. Чтобы овладеть этим элементом, вы должны хорошо стоять, прежде всего, в крабе на обеих руках и уметь быстро менять положение тела. То есть при каждом перевороте я еще разворачиваю корпус. Для того, чтобы отправить ноги вперед. Используя этот элемент, вы можете переходить и на другие элементы Power Move, такие как Flyer. То есть выглядит вот так. Чтобы выйти с этого футворка на флайер, нам нужно, прежде всего, затянуть ногу назад, перенести тело на другую руку и отправить эту ногу на замах флайер. Сюда. Плюс этого элемента в том, что его можно легко связать, в принципе, с любым элементом Power Move. Главное только делать это энергично, динамично, для того, чтобы у нас не терялся наш мах, и мы легко вымахивали, будь то флайер, твист или что-то другое. Я могу сказать, что при исполнении этого элемента не стоит сводить ноги, дабы наш мах был жестче, сильнее, и мы с легкостью исполняли этот элемент. Хочу сказать всем B-Boys, не сдаваться, всегда идите вперед. Учитесь, смотрите видео с теми людьми, которые уже чего-то достигли, понимают толк в брейкинге и могут вас чему-то научить. Не надо байтесь, используйте, придумывайте новые апгрейды, двигайтесь постоянно вперед, постоянно вверх. С вами был B-Boy Open Space, UFO Techniques, One Love, One Peace. Break advice.